железная дорога преображается. После реорганизации, когда Укрзалезница стала публичным акционерным обществом, менеджмент предприятия решил сделать железку более открытой для людей. 15 июля на Одесском железнодорожном вокзале прошел первый день открытых дверей, в том числе и для будущих железнодорожников. Пока что это пилотный проект. Железнодорожники хотят стать более прозрачными и открытыми для своих пассажиров, а значит и для всей Украины, чтобы люди как можно больше узнали о деятельности железной дороги, нюансах ее работы. Но сегодня главным событием было анкетирование. Железная дорога ищет специалистов, в основном рабочих профессий. Самые остро необходимы это монтеры пути, электромеханики, слесаря, проводники пассажирских вагонов на летние перевозки и очень много специальностей вообще в патрулях. Укрзалезнице насчитывается где-то 1800 профессий. На Одесскую железную дорогу сейчас нужно чуть более 100 специалистов. Люди приходят, заполняют анкету, потом эти данные обрабатываются. С подходящими кандидатами созваниваются и приглашают на собеседование. Достойные кандидаты уже есть. Вот у этого молодого человека два профильных образования. И опыт работы на железной дороге весьма внушительный. Я люблю разъездной характер работы. То есть, вот так вот, я объездил, считайте, всю Украину за время работы. Я 3,5 года работал. Сразу не бывает ничего. Поэтому я лучше сначала там с инженером каким-то попробую поработать, проявить себя, там дальше уже, думаю, заметят. Работу по строительству еще. Почему пришел? Обстоятельства такие. От 5 и выше. Это самая маленькая 5. У нас есть и строительно-монтажное управление, и будивельно-монтажные поезды, где можно трудоустроиться и бетонщиками, и каменщиками, и малярами, и штукатурами. Укрзалезница, в свою очередь, как одно из крупнейших предприятий государства, своим будущим сотрудникам может предложить массу преимуществ. Одно из самых главных – официальное трудоустройство. Есть, кроме основной зарплаты, есть и дополнительные, то есть выплаты. Это за работу в тяжелых условиях труда, за работу в ночное время, за профмастерство, страхование, предоставление отпусков, больничные оплачиваемые. Медобследование мы проходим, наши работники. На сегодня коллектив железной дороги насчитывает почти 300 тысяч человек. И стать его частью для грамотного специалиста с умелыми руками не так уже сложно. Главное – попробовать свои силы. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».